Мужчина пояснил, что столбы и сетка нужны ему для ограждения собственного земельного участка. В настоящее время дознавателем пункта полиции по Кордымовскому району межмуниципального отдела МВД России Ярцевский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи Уголовного кодекса «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.